Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас вам покажу, как на телефоне Mi 10 Pro можно добавить, также удалить Google аккаунт. Заходим в настройки. Далее переходим в пункт аккаунт и синхронизация. Нажимаем на добавить аккаунт Google. Вводим наш пароль, если у нас есть. Далее вводим адрес электронной почты. Нажимаем «Далее», вводим пароль, после чего нажимаем «Принимаю», возвращаемся. И чтобы удалить Google аккаунт, мы нажимаем на Google, выбираем Google аккаунт, который хотим удалить, нажимаем «Еще», «Удалить аккаунт» и подтверждаем. После чего выходим. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!